Так, сегодня волей судеб впервые в жизни будем делать и курочку тоже? Конечно, это же моя курочка. Ничего себе, твоя, ты что, со всеми будешь делиться? Нет. А я то с твоей с курочкой тоже не буду делиться. Не надо. Смотри-ка, какая Лена. Ну, короче говоря, попробуем. Вкусно. Добываем огонь, потому что у нас нет спичек. Лена замариновала. И сейчас добудем огонь. Так, купили турецкую курицу. Как вы думаете, какого она размера? С кулачок. Охренеть, такую крупную курицу я еще не видел. Да, кстати, сказали, что сказать, что стоит она 95 гривен. 19 лир. А чище у нас сегодня банкет? Ничего, просто очередной день отдыха. Сегодня мы очень сильно изголодались, особенно я. Ну, не поэтому... знаю, мы, по-моему, обед очень у нас такой продуктивный был. Блин, ну, короче, не хватает в организме мяса. Да? Поэтому мы съели Лену. Вот она. Решили сделать шашлычок. Да. Лена, мы говорим, в честь чего у нас такой вкусный банкет. Спасибо этому дому, едем к другому. Да, но завтра мы еще побудем. Мы еще завтра здесь. Ну, завтра все. По второго ночи мы с Сережей поскидаем насиженное место. Сейчас выйдут бабушка еще с Леной, вот, и отправляемся на огни. Мы приехали на пикник. Да, горная дорога, это было большим сюрпризом для всех. Да. Ну, Лена, а ну улыбайся. Вставай, улыбайся. Что, холодно? Внимание. Ну, возьми мою кофту. Там есть моя. Мы как настоящие интуристы на рассвете солнца кушаем тут вкусную местную колбасу. Ну, это сосиски. Курочку. Да, да, с чесночком чуть-чуть. Так что мы очень довольны. Мама айранчик. И солнышко встает. Очень классно. Прибыли в Анталию. Пока Серега ждал маму с Леной, решил пойти еще раз. Смотри, зачем такой выступ сделали? Да, ну вот, так. Нашли мы мини-табуреточки. И такие везде тут повсюду. Мне надо, это еще большие, вот, вот такие. А, вот такие вот. Маленькая-маленькая табуреточка. Красиво, красиво. Вот, встань, встань. Встань, встань. Внимание. Прицеливаешь, фотографируешь.